По меньшей мере 50 мигрантов погибли в результате крушения лодки недалеко от берегов Ливии. Об этом сообщают итальянские издания со ссылкой на источники в береговой охране Триполи. По их данным, сразу три лодки, на борту которых находились в общей сложности около 300 человек, подали сигнал бедствия. Однако к моменту прибытия спасателя одно судно уже затонуло. Из числа ее пассажиров удалось спасти только 16 человек. А последние три дня ливийскими властям удалось спасти около 700 мигрантов. Напомню, из-за вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока Европа переживает самый острый миграционный кризис со времен Второй мировой войны. Борьба с нелегалами, а также взятие под контроль маршрутов и их перевозки по Средиземному морю – одна из приоритетных задач для Италии. В минувшем году число прибывших в страну мигрантов сократилось на 34%, составив 119 тысяч человек. Если честно, то я очень огорчена. Мы не смогли добраться до места назначения. Я не хочу возвращаться в тюрьму.